Добрый день. Добрый день. С вами сегодня канал «Родные люди». Виктор Коробкин. И Ищенко Валерия Ивановна. Дети, мы сегодня хотим вам показать, как мы будем делать сегодня с листа бумаги обыкновенную лягушку. Валерочке даем листочек. Девушке берет листочек. Обыкновенный стандартный листок. А4. И начинаем делать лягушку. Левый угол листка мы заворачиваем на правую сторону, чтобы провести, соответственно, линию ровненькую на угол. Вот так. И проводим это аккуратненько, надо не спешить. Валерия, ты тоже старайся, чтобы с первого раза было красиво. Вот так. Потом, если вам нужны ножницы, то можно пользоваться ножницами. Мы пользуемся вот так. Загибаем там, где находится. Валерий Иванович, возьми ножницы, отрежь. Не получится, может быть, так сразу. Вот так, загибаем листочек. Очень ровненько. И у нас получается вот так. Вот видите? Вот листок. Вот. Мы его загнули сюда. А потом вот эту часть загнули на него. Теперь вот эта лишняя часть, мы ее срезаем. И закрываем. Отлаживаем в сторонку. Ты же все сделала? Да. Ты молодец, дедушку опережаешь. Это вкладываем в сторонку и разворачиваем листочек. И теперь у нас изгиб идет в эту сторону, шел. Теперь мы его переворачиваем, изгиб делаем в эту сторону. И также ровненько складываем. Теперь, когда у нас крест-накрест произошел, вот такой изгиб, ложим листочек на стол. Берем двумя пальчиками с правой и с левой стороны вот за эти линии, чтобы нам легче было собирать. И начинаем складывать. Вот таким макаром. И у нас получается аккуратненько вот такая штучка, конвертик. У тебя получается, как я уже говорил, пальчиками? Так, не торопись. Не торопись. Вот, молодец. Умничка. Так. Хорошо прижимай, не забывай ладошками. Вот, правильно. Вот у нас получились два конвертика. Теперь не торопись, не торопись. Мы куда надо заворачивать? Мы что делаем сегодня, лягушку? Да. Ну, тогда правильно. Сначала делаем ножки. Ножки делаем вот так. Вот заворачиваем вовнутрь, делаем ножки. Вот, листочек завернули. Теперь заворачиваем сюда. Это будут лягушачьи ножки у нас. Вот. Так. Теперь в эту сторону разворачиваем их. Вот так. И сюда. Так. Смотрим, как получается у Валерии. Нет, ты поближе, неправильно. Вот, видишь, вот здесь должна быть линия идти. Потому что ты поспешила, начала делать голову, еще не сделала ноги. Подожди. А теперь оно должно быть близко друг к другу. То есть, все. О, вот так они должны быть, видишь? Ножки-то одинаковые, неровненькие. Теперь их надо развернуть сюда. Вот я эту заверну, а ты потом ту сделаешь. Вот так, Лера, смотри. О, а ты тут делай. Ровненько, не торопись, не торопись, делай ровненько. Так. Теперь, когда мы сделали ноги, мы будем делать голову. Разворачиваем лягушку и складываем ее в эту сторону. Вот так. И еще раз складываем.
ласки делаем, заворачиваем вот так уголок. И поворачиваем их сюда. Вот уголочек заворачиваем сюда. И поворачиваем вот сюда. Обязательно все надо так, чтобы оно было прижато. Так, Валерия, показывай, что у тебя получается. Не торопи, ну куда ты спешишь впереди паровоза? Дедушка еще не... Ты же надо показать деткам, как ты сделала. А глазки надо же наверх загнуть, ты же не загнула их. Вот, и прижать как следует надо, как дедушка учил. Вот, а теперь будем, ребята, мы делать загиб лягушки. Загиб надо делать как можно ближе сюда, к вот этому пространству. Для того, чтобы лягушка дальше скакала. Ну, это будем делать вот так. Вот так мы сгибаем ровненько лягушку. Вот. И обязательно плотненько, хорошо, плотненько давим здесь. Чем сильнее придавим, тем дальше она будет скакать, наша лягушка. Так. Теперь разворачиваем вот эту сторону. И хвостик поджимаем ей сюда. Делаем скакушу с нашей лягушки хорошую. Вот так. И опять плотненько, плотненько. Давай попробуем сделаем. Так, одну сторону ты немножко поторопилась. Поторопиться здесь не надо. Посмотри. Надо поближе сюда сделать, как говорил дедушка. Вот так. И должно быть ровненько, видишь? Чтобы лягушка посередине между ножками была. Видишь, ножка и ножка. Посередине ножка должна быть голова. Обязательно сильно плотно придавить. Теперь смотри, переворачиваем эту лягушку сюда. И вот здесь мы должны хвостик ей поджать прямо ровненько. Вот так должны быть. О, о, теперь сама придавливай как следует. Придавили? Вот теперь, друзья, у нас получилась лягушка. Разворачиваем и начинаем устраивать соревнования. Сейчас лягушка дальше будет скакать. Ой, моя переворачивается. Надо, значит, ее немножко выровнять здесь чуть-чуть. Если она переворачивается, а теперь она будет вот так. Видите как? Опа. 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 О, какие у нас прыгучие лягушки. Теперь мы можем их немножко разрисовать. Покажем, как мы разрисовываем лягушку. Одну разрисуем и покажем. А сейчас мы раскрасим лягушку. Я покажу, как ее раскрашивать необходимо. Вот просто берем лягушку. Сначала я буду рисовать, а Лерочка раскрасит. Сделаем ей глазки. Вот нашей лягушке нарисуем глазки. Вот. Ну, глазки вы можете свои сами уже рисовать, как вы захотите. Я не такой большой художник. У меня Валерия большой художник. Вот. Здесь нарисуем носики, чтобы она дышала. Но все-таки лягушка у нас. Вот так вот сделаем ей носик. И лапки. Полосы такие проведем, потому что перепоночки разделяют у лягушки. Такие. Вот. Так же самое здесь. А между ними Валерия зарисует зелененьким. Ну и здесь можно так. Ты тут нарисуешь? Вот так. Вот так. Полосы у лягушки есть черные там такие, такого рода. Вот. А остальное зарисовать красными. Зеленым, то есть. Ну давай я нарисую. А ты пока ту рисуй. Не надо, одну рисовывай. Вот Лерочка будет разрисовывать пока. Краска вот зеленая есть. Разрисовывай. А мы эту кисточку помоем. Вот молодец, вот так и делай. От акриловой краски надо всегда хорошо промывать кисточки, чтобы они не засохли. Молодец, аккуратно стараешься. Правильно. Чтоб на черные полосы не находить. Лягушонок красиво выходит у тебя.
А, то есть мы в детстве делали такие лягушки, вот дедушка когда был еще маленький, и устраивали соревнования между детьми, чья лягушка быстрее дальше проскачет. Так что у вас есть шанс изготовить такие лягушки. Мы с Лерой тоже играем иногда в такие игры. Да, Лерочка? У нас у каждого своя лягушка, но мы ее называем по-разному. Лера, как твоя лягушка зовут? Гоша. Гоша, у меня попрыгунчик. И мы устраиваем соревнования. Бега, лягушачья бега у нас называется, да? Чья лягушка быстрее и лучше прыгнет, чья дальше прыгнет, чья быстрее придет к финишу. Чья лягушка красивее, конкурс красоты можно устроить. Кто лучше разрисует лягушку свою? Ну и, конечно, призы. Для лягушки приз — это комарик, да, она больше всего любит комариков. Ну а для детей конфета за красивую лягушку. Правильно? Мы вам показываем, дети, как один из вариантов раскрашивать для нашей лягушки. Лягушки могут быть разного цвета, и желтые, и красные. В нашем мире бывают разные лягушки, но мы живем на Украине, у нас лягушки зеленые. Они имеют такие черные полосы немножко, между ними они зеленые. Вот мы рисуем поэтому зеленую вам лягушку. В Африке, там, может быть, в других странах есть разные цвета лягушки. Вы тоже можете их нарисовать, ничего страшного, если вы не нарисуете зеленым. Нарисуйте, лягушки бывают красные, синие, желтые, зеленые, черные, коричневые. Поэтому любой цвет, который вы нарисуете лягушечку, это будет правильно. Я правильно говорю, Валерий Иванович? Да. Молодец, хорошо получается, стараешься. Теперь при мне лягушка, картина целая выходит. Мне очень нравится. Вот, друзья мои, на наших глазах, буквально за несколько минут, мы с вами сделали лягушонка, или, как говорится, лягушку, которая будет скакать и выступать на соревнованиях. На лягушечьих бегах. Можно также строить преграды для лягушки, которые будут перепрыгивать. Палочку поднимать выше, чтобы лягушка, чья лягушка выше прыгнет. Еще такую игру можно играть. То есть непосредственно поставить два кубика, на кубика положить. Можно самому придумать игру с лягушкой? Конечно, можно самому с лягушкой придумать игру. Можно на два кубика поставить палочку от шашлычка, и чья лягушка перепрыгнет этот барьерчик. Кто-то победил. Вот, пожалуйста, друзья, покажи всем лягушку. Такая красавица у тебя получилась. Ну вот, наша лягушка сделана, друзья, и задание наше выполнено. До скорой встречи! До скорой встречи! С вами были... Ищенко Валерия и... И Виктор Коробкин.